Депутаты собрались на очередное 55-е заседание для обсуждения двух вопросов. Один из них – о назначении членов комиссии городского округа для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Электрогорска. К вашему вниманию я предлагаю трех кандидатов членов этой комиссии. Это Лазареву Ирину Александровну, депутат Совета депутатов и председатель комиссии. Бобинову Ольгу Валентину, председатель Общественной палаты городского округа Электрогорск. И Трофимову Надежду Сергеевну, начальник управления делами администрации городского округа Электрогорск. Я вот, например, считаю, что одного из руководителей администрации конкурсной комиссии может быть не совсем хорошо. Может, надо было кого-то Объясню. Этот человек занимается как раз вот этими всеми вопросами. И там должен быть в комиссии хоть один специалист. Большинством положительных голосов члены комиссии были утверждены. Далее собравшиеся заслушали информацию о внесении изменений в решение Совета депутатов об установлении размера платы за жилое помещение в Электрогорске с 1 июля 2016 года. С федеральным законом от 29 июня 2015 года номер 176 ФЗ в жилищный кодекс были внесены изменения, в соответствии с которым с 1 января 2017 года в размер платы за содержание жилого помещения включаются расходы по холодному или горячему водоснабжению и электроснабжению в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, исходя из нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, утвержденных распоряжением Министерства ЖКХ от 20.10.16 номер 200 РЛ, который утвердил эти нормативы. Эти нормативы у нас введены в действие отдельными строчками в наши платежки с 1 ноября этого года. Внесены изменения в этажность группы домов, сконцентрированные по этажности 1, 6, 7, 9 этажи и по видам благоустройства. И нормативы, которые представлены в распоряжении 200, в два раза ниже, чем нормативы в 162-м распоряжении. Еще хочу обратить ваше внимание, что, значит, в многоквартирных домах, в которых установлены общедомовые приборы учета коммунальных услуг, начисление платы за общедомовые нужды производится по показаниям приборов учета в соответствии с действующим законодательством. И размер начисленной платы на общедомовые нужды не должен превышать размеры платы по данной коммунальной услуге, рассчитанной по нормативу согласно 200-му распоряжению. Также был вынесен вопрос повышения финансирования бюджетного учреждения МФЦ в связи с появлением новых услуг. Здесь речь идет не о выдаче паспортов граждан о миграции российских граждан на территории Российской Федерации. Это прописка, выписка, временная регистрация. Для того, чтобы это осуществить, нам необходимо два сотрудника, паспортиста. Штатное расписание на сегодня у нас полное, и эти две единицы никак не предусмотрены в бюджете. Поэтому принято решение на совместном совещании, что оплата труда этих двух паспортистов будет производиться за счет оказания платных услуг управляющим компаниям. На данный момент услуги паспортистов для управляющих компаний оказывает РКЦ, но с передачей функций паспортиста в МФЦ функция с РКЦ будет снята и передана в МФЦ. Обсудив все вопросы, депутаты завершили заседание.